Друзья, всем здорово, с вами Кузака и добро пожаловать в Dead by Daylight. 5 лет, именно столько я не играл в эту игру, поэтому с вас всех я прошу лайкусик за возвращение. Здесь многое поменялось и многое я забыл, поэтому, пожалуйста, не судите за мое нубство, а лучше подскажите мне, что я делал не так и как мне улучшить свой скилл. Я много чего не понимал и в то же время бомбил. Потому что, допустим, даже тот же момент, когда меня хватал маньяк и вешал на невидимый крюк, и вдруг я реально вешаюсь, для меня это загадка природы, почему так? И у кого есть Dead by Daylight и желание сниматься вместе, то переходите в мой Discord сервер, я хочу снимать с вами, друзья. Все, что хотел сказать, сказал, всем приятного просмотра. Что тут делать надо, какой-то это? Где генераторы? Вот, генераторы, хорошо. Я что-то слышу. Там призрак? Ты видел? По-моему, с нами призрак играет. Почему он теперь подсвечен? Тоже хороший вопрос. Капец, стрёмно одному играть в эту штуку. Надо как-то помочь. Повесил одного? Да, повесил. Смотри, бегает реально бабуин. Надо как-то нашего спасать. А, он уже тут, я понял. Ни хрена себе. Ебать, ты чё такой быстрый-то, я не понял. Ага, хрен из два лысого. Да не буду я с тобой играть, чел. Отстань от меня. Я его просто до себя что-то очень долго фигачу. Отстань просто от меня и все. А, блядь, чё я туплю-то? Это призрак, он сейчас просто возьмет это и превратится в эту скотину и возле меня появится. Поэтому нужно найти союзников, чтобы они меня подлатали. Ну что-то не могу никого найти. Надеюсь, что он за мной не телепортировался там. Ага, полечи, пожалуйста. Какая хорошая, красивая задница. Светящаяся вся. Ууу, кто это такая? Ну, спасибо. Шарики какие-то вообще здесь еще. Отличная реакция, вообще просто. 3 генератора осталось, и мы победили. Конечно, еще много, блин. Что? Тихий режим? Что это? Тихий режим, смотри. Чё это со мной? Ой. Что это было? Рядом был призрак? Ну да, давай, давай. Почему нет? Мэк Томас. Мэк Томас. То есть отец был тоже Томас. Я могу здесь что-то найти? Ты чини пока, чини. Я сейчас к тебе присоединюсь. Я просто хочу что-нибудь найти себе хорошее. А то я вообще как бомжик бегаю. Давай, это open case, мафака. Аптечка, подобрать. Чини, 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 чини. Повесил. Не знаю, хорошая эта тема или нет, то, что я здесь остался. Он же там, он вторую положил. Одна на крюке, надо спасать как-то. Двое на крюке. Так, хорошо. Ладно, пока они там бегают, я хотя бы хоть что-то принесу команде. Это же лучше. Да, все спасены, все молодцы, все хорошо. А я тем временем завел геник. Ербой. Что ты делаешь? А, давай, 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 да. Лечение, давай. Что это там за такая эта штука? Да, да, давай, 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 давай. О, так вот, да. Все. Да господи, а чё мы тебя не долатали-то? Тоже. Или на тебе проклятие какое-то. Тебе надо 2 раза лечить. О. Надо еще один геник завести в срочном порядке. Надо еще Мак Томас полечить, чтобы ей было лучше. Очень много еще задач не сделанных. Я там видел что-то. Вот тут что? Я там видел, сверху женщина прыгает. Я очень надеюсь, что он сюда не придет.
Ну ладно, как хотите. Что это? Что это? Что это? На нахуй! Блядь! Чуваки! Я пошел отсюда. Ага, пошли, побежали. Побежали. Побежали теперь. Да чё он за мной-то бегает постоянно? Задолбал! Блядь! Ты чё делаешь? Вообще жесть какая. Ай, блядь, чё он делает? Не-не-не-не-не. Охренеть, как он так бегает-то? Я видел его тень, ауру. Жесть какая. Не надо, пожалуйста, меня трогать. Я, блин, бедный мальчик, которому просто чуть-чуть не повезло оказаться рядом с этими лохами. А, понятно, все. Самолечение. Ну. Ой, как это долго. Я хотя бы еще ни разу не висел, в отличие от них. Вы спасете ее? Люди. Где еще один генератор? Нам нужен срочным образом генератор. А я не вижу ничего, кроме кустов. Надо им помочь как-то. Что там творится такое? Одна улетела, да? Я слышу генератор, а не вижу его. Блядь, он тут на крыше. А я спрыгнул с нее. Держись. Мы тебя спасем обязательно. Если призрак сюда не придет раньше, чем мы починим. Охренеть, он меня сразу взял. Это что, комбо? Это комбо. Это просто комбо. Он под конец просто всех завалил. Вы видели это? Все умерли одновременно. Офигеть. Офигеть, сколько за матч. Офигеть, сколько за матч. 83 косаря. Вот это то, что нужно. У меня у этого персонажа есть какая-то способность ломать крюки. Вы представляете? Это правда так, то есть я могу взять и подойти и сломать нафиг крюк, который там висит где-то. Что это может означать? То есть я вот сейчас вот вижу этот крюк и пойду его сломаю. Он сломается? Сломать. Смотри, реально ломается. Я сломал крюк. Вот это крутяк. Просто крутяк. Интересно, это как-то... Ой, бля, у него это отобразилось, ты смотри. Блин, он за мной бежит. Чувак, я бы на твоем месте бы ускорился, потому что за нами вышла охота. Я сломал крюк, и за нами охота. Здесь есть геник? Есть геник, отлично. Блять, а еще есть маньяк рядом со мной. Смотри, какой быстрый. Ты смотри, какой быстрый. Он просто, блин, быстрый. Ага. Ага. Собака попала, попала. Капец, он быстрый. Как мне от него скрываться-то, я не понимаю. Надо как-то скрываться теперь от этого легиона, или кто это такой, я даже не знаю. Блин, чуваки, помогите мне. Ой-ой-ой, я привел чувака к другому чуваку. Господи, да простит меня за это мать Тереза. Я еще один крюк тебе сломаю. На, нафиг, я буду просто ломать ему все крюки за то, что он делает. А, что за баги? Голливуда. Он всех просто поранил. Какого фига? Бля, что я делаю, дурак, зачем я нажал? Нервное хуйло. Надо сломать этот крюк, который рядом со мной. Какие-то штуки желтые еще у моих союзников появились.
Он там роняет еще всех. Жесть, чуть не промазал. Открывай. Блять, не открывай, все, иди нафиг. Да ё-моё, упал прям так хорошо с горы. Кто ты такая? Или он, или она? Я сломаю потом этот крюк. О, чел пошел на подмогу ко мне, надо же. И он пошел за челом, который меня спасает, не? Отлично. Отлично. Дай полечиться, реально, дай полечиться. Так, что-то чувствуется, да? Блять. Да отстань от меня, долбаный ты маньячела. Да капец. Сколько ему ударов-то по мне надо сделать, чтобы меня сломать? Три, что ли? Какого фига такой мощный? Да жесть! Снова меня сейчас повесит. И как спасаться-то вообще от него? А если я промахнусь один раз, то все? Жесть начнется. Пойдем, пойдем, пойдем. Реально, от него надо подальше идти. То он задолбал. Да какого хуя он опять за мной бежит? Чуваки, помогите, пожалуйста, ради святого духа. Чё? Спасибо, спасибо. Мне больше нельзя попадаться, что самое прикольное. Чё, сломал круг и все теперь? Теперь ничего он не сделает нам. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как хорошо, что я сломал круг здесь. Я просто его обломал. Чел успеет выбраться? Наверное, успеет. Нет? Успел, успел! Успел! Дорогой мой. Вообще хорошо. Вот это навык, вообще просто имба. А какой там геник мы заводили или не заводили? Не, пошел отсюда подальше, а то как-то стрёмно. А, его спасли, все. Отлично. Давай еще здесь сломаем круг тебе. Сколько этих крюков-то здесь? Один крюк за другим. Так разве делается вообще, не? Дай-ка сниму тебя с крюка. Отлично. Пойдемте. Ну пойдемте, пойдемте лучше отсюда, да, а то слишком хреново будет. А где еще геник? Вот там, по-моему, был, да? Который я как раз чинил. Да жесть какая. Надо сейчас спасать этого чела. Сломай его нафиг. Вот так-то нафиг. Будет знать. Тварина. Он там, по-моему, рядом уже. Подбегает. Но он меня два раза, блин, чуть не сапал. Зараза такая. Что это за фигня вообще? Хороший вопрос, конечно. Что здесь будет? Я шум не произнесу.
Аптечка. Так, челик, я бегу к тебе спасать тебя. Надеюсь, он не кемпер. Да он вроде не кемпер, он хорошо играет. Оба. Слишком опасно здесь оставаться, но ладно. Я тебя полечу, подруга. Полечу тебя. Хорошая моя. И сломай тут крюк нафиг вообще. Все, теперь валим отсюда. Как я люблю это делать. Господи, это мой самый любимый персонаж, по-моему, теперь. Вот, еще геник есть. О, подруга, иди сюда. Что это? Исцеляю. Что это? Да дай я тебя полечу. Малыш. Да чё ты? Вообще, что ли? Ну ладно, как хочешь. Да ебать! Капец, его сломали, конечно. Все, чел, валим отсюда. Используй аптечку. Давай. Капец, еще крюков осталось много. Все? Исцелили? Хорошо. Одну отправили в ад. Или в рай, я не знаю куда. Блять, где? Жесть, он ее не заметил. Ну сейчас я сломаю. Че будешь делать без крюков-то, лох? А, там есть один крюк все-таки. Охренеть, еще крюков-то. Множество просто. Смотрим, смотрим. Уходи, уходи. Так, он жив? Нет, он двоих убил почему-то. Какого фига? А как нам теперь выживать-то теперь, скажите мне? Куда вообще идти? Где еще один генератор? Вот он. Да пиздец, а что он с ними сделал, этот легион? Я не понял. Ну да, очевидно было, что он попадет в такой-то фигне. Да-да-да. Чел, живи. Если ты уможешь, конечно. Я могу сам себе восстановить силы до конца? Наверное, не могу. Нужна помощь, да. Повесь, да, все-таки? Все, убили. Так, я, наверное, сломаю крюк сразу. Не знаю, хорошая эта идея или нет. А че я не могу ломать крюк-то? Где моя способность ломать крюки? А что надо делать вообще? Здесь нужно чинить генераторы. И ага. Подходишь, чинишь, и потом там будет проверка реакции, и тебе нужно будет успеть нажать на пробел. Отлично. А, все, понял. Но пока что я ничего и никого найти не могу. Я тоже, и это хорошо. И хорошо, что маньяка рядом нету. Ты чинишь, да, Геник? Я ничего не чиню, я вообще не понимаю, что, где, кого. Ну, генераторы. Генераторы по какому-то, какой-то паук какой-то их обхватил, что за говно? А, это, наверное, способность маньяка какая-то, я не знаю, почему так. А как чинить-то? Зажимаешь левую кнопку мыши и чинишь. Так, а тут нет, нельзя. Они недоступны. Значит, их это, чел, что такое? Ты про чё? Да тот чел просто ко мне подбежал и начал прыгать. Так. О, это Чаки маньяк. За мной там Чаки маньяк? Бежит. Чаки маньяк. А, это малыш такой маленький? Да, да, да. Ты живи. Мы вот завели один генератор, надо еще 4 штуки, блин, завести. Ой, мразь, меня порезали. Да, хотел бы спросить, где ты, но ты не знаешь, где ты. Он прям тебя преследует? Прям преследует. Ой, я слышал этот крюк. Звук этот. Восстановить силы. А как убираться?
А там нажимать надо, но тебе навряд ли это спасет. Ты главное потом с крюка, когда он на тебя повесит, не пытайся слезть, не пытайся. А как пытаться тут можно? Попытаться снять с крюка? Тебе не надо, тебе надо ждать, пока мы тебя спасем. Ага. Ну, видимо, мы тебя не спасем. А что будет, если я попытаюсь слезть? То там шанс 1%, и если ты не слезешь, то у тебя... Ты, скорее всего, умрешь скоро. Так вы меня и так вряд ли снимете, может мне попробовать? Не-не-не, к тебе уже побежал чел на подмогу. Да, вижу. Взял тебя, зарубил, блин. Малыш. Так он реально, он ниже, чем трава. Охренеть. Ты его видел хоть раз вообще? Слава богу, нет. Я здесь спокойно чиню уже второй генератор. Тебя спасли? Бунгало. Да, но он в эту бунгало начал резать. А. Ну вы там живите, пацаны, блин, вы все мертвые нафиг. Ой. Так, еще один генератор есть. Ой. Я боюсь этого чаки. А кто его не боится? Еще карта такая страшная. А че он только нас кошмарит с этим, с бунгало, блин? Хороший вопрос. Но он меня даже не видел еще ни разу. И слава богу, не видел. И слава богу, реально. Ой, здесь как еще один генератор кто-то чинил. А вы в каком-то здании по центру чините его, что ли? Я вот в здании по центру... Ой, ко мне пчелы подбежали. Ну, один из них я, красный. А. Так, на что-то... Это, вовремя? Отойди, она тебя хотела полечить, ну ладно. Сейчас, а что надо вовремя тыкнуть? Беги. Да ты мразь сраная. Охренеть. Он тебя прям вырубил нафиг. Так я и так был, блин... Очень. Я его не вижу нафиг. А, вот он. Блин, я почему-то не могу ломать крюки, хотя у меня способность была установлена такая. Он тебя повесил нафиг. Угу. Все, меня забрали. С концами. В смысле забрали? С концами? А, нет. Не-не-не-не-не, живи. Мы сейчас тебя спасем. Мне надо на пробел вовремя нажимать. Это ты там висишь? Да. Сейчас спасу тебя, братишка. О, спасибо. А, тебя спасли. Я другой чел. Да пошел-ка ты нахрен. Да блин, этот маньяк это просто ужас. Ужасный ужас. Да. Так, что с ним? Что с этим генератором не так? Отлично. Это ты? Да. Тебя бы полечить? Так, тут на пробел надо, вроде. Оп. Он опять. Это я. Какого хрена он такой маленький? Он просто как писюн маленький. Так я тебе и говорю. У меня еще лагает почему-то. Да, тихо. В Дискорде тоже залагал очень сильно. Жесть. И как у меня сможет поднять такой малыш? А чё? У него там дух какой-то ходит. Вот это да. О, спасай, Проха. Здрасте. Теперь побежали, пойдем друг друга лечить. Куда-нибудь прям в угол сядем, только поаккуратнее здесь. Не шуметь да. бы. Чиню, дай чиню, братишка. Оп, хорошо. А тебя как? Ага, там так же, как геник чинить. Да все, понял. А, ты словно диджей. Надо? Там все, кого-то с концами походу. Ага. Ай, больно! Да тут потому что задержка сраная. Я тоже что-то вообще не понял этого прикола. Да, да блядь, больно, но! Диджей! А ты не умрешь, если я не буду правильно нажимать? Не-не, нормально, я просто боюсь, не видит ли он этого. А, он тут, мазафакер! Ты чё? Ох, брось! Да как тут спастись? Это просто невозможно. Чё? У него реально дух какой-то. Так, я зашкирился. Ой, братишка, спасибо. Все, текаем нахрен. Ага, два генератора еще. А сколько генератор? Только я что-то не один найти не могу. Бля, он опять бежит за нами. Этот крыса опять за нами маленькая бежит. Он да ебать, он задолбал меня. Согласен. Все, то есть три раза если повесил, то все. Концами, да? Угу. Ой, ну у меня один раз остался. Мы прям все вместе почему-то появляемся. И один чел отдельно.
А че я вижу розового кого-то? Кто это? Это не маньяк? Не знаю. Я вот не знаю, когда падает крюк, он это видит, то, что он падает? По-моему, он это видит. Мне кажется, он все видит. Он нас прямо сейчас видит. Нет, это он не видит. Можно прям спрятаться, он пробежит рядом, и ты будешь угорать. Ты очень много его не знаешь об этой игре. На самом деле она не такая уж и скучная, как тебе кажется. Конечно, я тут ни хрена не знаю. А, ты отдельно от нас, я с двумя барышнями какими-то. Вообще круто, мы такие прям. Тройничок у нас. Угу. Карта еще такая необычная. Че мы бегаем? Можно ли к вам? Ну, конечно, можно. Но ты, блин, это... Один нас... А! Меня че охренеть? Жесть. О, здорово. Анна! Анна! Ты представляешь? Маньяк Анна. Каренина? Она так... Да, именно. Каренина Анна. Я сейчас спасу чела. А как-то он уже тут? Каренина или Каренина? Война и мир. Все такое. Вообще прикол. Где она? Ой. Блин, она просто песни поет такие, ты слышал? На-на-на-на-на-на-на. Я слышу. А, я думаю, что это выпирает. Это все. А что, он повесил уже кого тебя? Кого он повесил? Да он вешает за пол. Блин, она идет сюда. Он что, кемпер? Бля. Бля, папа с яйцами, иди отсюда. О, мы у ворот, кстати, у самых. Ага, хуй с два. Два. О, как она сломала доски так быстро. Что за фигня? Блин, я на всю карту жили. Вот именно, да. Она умеет кидать топоры, прям издалека может тебя зарубить, представляешь? Да-да-да, вообще не контрится. Она очень мощная. Это мой любимый маньяк. Сейчас я сломаю этот крючок нафиг. Пошла она. Как я люблю это делать, господи. А что будет, если стоять и у крюка прям кемпить? Чтобы я тебя снять не мог, что будет? Ну, у тебя появится больше шансов это сняться самому с крюка. То есть ты нажмешь сняться, и он снимется. И ты убежишь. А, то есть если он рядом стоит. Ну, она. Да почему я ее слышу так хорошо? Реально, я ее слышу вообще хорошо. Может, она просто рядом? Да, она очень рядом сейчас пробежала. Я ее сейчас вообще не слышу, значит, она в жопе. Бля, какого фига она меня увидела? Ну как от нее спасаться-то? Я не понимаю, блин. Как в этой игре вообще бежать? Ты вот пятница взял, забежал в дом нормально. Здесь она тебя догоняет, блядь, и хуярит просто. Ну, сразу есть, вешает, да? Еще на что-то. Как? Что за ДБД? Как в это играть? Горит. Может, в пятницу с ними пойдем? Сейчас в пятницу пойдем. Это читы, либо че? Где она бесит ее пение? Реально поет, тварь. Я, короче, побежал от нее куда-то подальше. Что-то прилетело. Ага, хуй из два. Пошла отсюда. Баба с яйцами. Тупая. О, с тобой чешит, да-да, здесь вообще делают что? Дебилизм. Я смотрю на нее. Она вообще обалдела, тварь. Мы даже ни одного генератора не можем завести. Я ее так слышу прекрасно. А, я теперь понял, почему слышу. Я-я-я. Я все, я уже в меню сижу. Не, все живы. Ну, как все. Что за карта? Карта вроде, да и не все какие-то одинаковые почти. Понятно. Я разницы сильной вообще не наблюдаю. Одно и то же почти. Ну как, Анна, с тобой играть?
Каренина. Ну куда она меня повесила-то, блядь? Что за новое подношение или что это, друзья? Я не понимаю. Это типа доставка, Яндекс.Доставка сразу взял и улетел на вертолете, как Женя да. Пригожин. Ой, осуждаю. Пиздец. Ладно, хотя бы нормально это денег подняли. Да.